27-летняя Оксана Воеводина рассказала о плохом самочувствии. Бывшая жена экс-короля Малайзии убеждена, что ее заразили в аэропорту. Обладательница титула «Мисс Москва» 2015 вместе с сыном прилетела на горнолыжный курорт в Сочи. Брюнетка сообщила, что Леон прекрасно перенес свой первый полет. По словам Оксаны, мальчику долгое время было запрещено летать из-за ушной инфекции. Во время этого путешествия Воеводина очень переживала за сына и старалась его оберегать. На взлете и посадке пыталась напоить его соком, чтобы уши не так сильно закладывало, рассказала модель. Оксана также переживала из-за коронавируса, которым запугали весь мир. Бывшая жена экс-короля Малайзии изучила статистику и выяснила, что в России за год выявляются порядка 40 000 случаев пневмонии, и среди них около 900 заканчиваются летальным исходом. Воеводина следила, чтобы ее сын ничего не подцепил, а в итоге заболела сама. В самолете Леон облизал буквально все, от ручек до иллюминаторов. Я нервничала и в спешке заливала все видимые в поле моего зрения поверхности антисептиком. Но не думаю, что это сильно помогло. В итоге, я лежу в маске и с температурой дома уже 3 дня, где могла подцепить и что это за вирус, непонятно. Но я уверена, что из аэропорта, пожаловалась звезда. Елена Малышева недавно заявила, что переполох из-за коронавируса пока не оправдан. Телеведущая призвала россиян не паниковать раньше времени. Тем не менее, Дана Борисова перестала общаться с друзьями, приехавшими из Китая. А Алена Водонаева отказывается выходить из дома.